В Макасе пройдет форум «Общественная палата России. Сообщество». Мероприятие запланировано на 22 и 23 августа. Сохранение наследия и многовековых традиций России станет главной темой 3-го в 24 году регионального форума «Общественная палата России». В программе запланированы тематические сессии. К участию приглашаются представители НКО, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровней, эксперты, простые россияне, желающие участвовать в социальных программах. Форум пройдет в досуговом центре и научной библиотеке Ингушского госуниверситета. Итоги форумной кампании будут представлены в ноябре в Москве.